Сегодня мы с вами приготовим еще одну шикарную домашнюю маску для лица. Она обладает мощным омолаживающим действием, замедляет процесс старения клеток кожи, ускоряет выработку коллагена, она также интенсивно отбеливает, а при регулярном применении осветляет даже самые застарелые пигментные пятна. Плюс ко всему, эта маска глубоко увлажняет кожу, помогает бороться с шелушением и чувством стянутости. Для ее приготовления нам потребуется белая косметическая глина. Она обладает самыми сильными отбеливающими свойствами. Экстракт алоэ в ампулах и таурин. Я думаю, многим известен препарат Тауфон, его действующее вещество – таурин. Таурин – это мощное омолаживающее средство, которое даже профессиональные косметологи часто применяют в своих процедурах. К одной чайной ложке белой глины мы добавляем содержимое одной ампулы экстракта алоэ и одну чайную ложку таурина. Все тщательно перемешиваем. Наносим смесь толстым слоем на очищенную кожу лица, избегая области вокруг глаз и губ. Оставляем для воздействия на 20 минут, затем смываем прохладной водой. Кожа после такой маски сразу становится свежее, выглядит более упругой, напитанной, гладкой и однородной. Как всегда напомню, что перед первым применением смеси нам обязательно необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя, а при выходе на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Проводите такие маски курсом один раз в неделю в течение 1-2 месяцев. И обязательно напишите в комментариях, как вам эффект. Мне очень важно знать ваше мнение.